опять негде. Зато к аптеке близко. Но я встречаю огромное количество таких упырей, которые делают какую-то ерунду, им пытаешься сказать, что чувак, надо сделать чуть по-другому, они говорят, мое мнение важнее, идите все нафиг, понимаешь? И этих упырей обычно увольняют просто с работы за то, что они вот так вот себя ведут. Вот и все. Бывает и такой момент. А Александр из Москвы с нами согласен или не согласен? Здрасте, Александр. У нас меньше минуты, давайте с ним поговорим после новостей. Александр, давайте с вами после этого новости спорта, а потом с вами поговорим. Спасибо вам большое. Да, наберем. Спасибо. Это физики и лирики, и мы рвем шаблон. Не важно, что о тебе думают другие. В Москве 12:30.